Следующее слово это кайро. Приводится как возвращаться. И хайту кайритайдес. Хочу вернуться быстрее. Вернуться домой. Тогда мы используем выражение кайро. Но чаще всего это ассоциируется с возвращением домой. Или, допустим, в родную компанию и так далее. Као. Лицо. Као. Као-о. Арау. Умывать лицо. Као-о. Араймас. Умывать лицо. Хикаримас. Займет. Ну, чаще всего со временем. Джитан де какаро. Это займет какое-то время. Допустим, если вы что-то отнесли в мастерскую, и мастер может сказать «Хачи джитан де каримас». Это займет 8 часов. Каги. Каги. Ключ. Каги ключ. Иногда японцы используют ки. Тоже ки, как в английском ключ. Како. Како. Писать. Тегамио. Како. Писать письмо. И за место тегами можно поставить, ну, что-то другое. Допустим, мемо. Мемо, каримас. Что-то записывать. Гэксэй. Гэксэй. Студент. Ученик. Каса. Каса. Зонтик. Каса. Касу. Касу. Кашимас. Одолжить. Пэно. Касу. Одолжить ручку. И за место ручки в этой конструкции перед частицей О можно использовать так же, что угодно. Допустим, хоно. Касу. Одолжить книгу. Там. Каса О. Касу. Одолжить зонтик. И так далее. Казе. Казе. Ветер. И он писается точно так же, но иероглифы разные. Казе. Простуда. Казе. Казео хикимас. Казео хикимас. Простудиться. Казоку. Казоку. Семья. Йонин но казоку. Семья из 4 человек. Йонин но казоку. Ката. Человек — это вежливый способ назвать человек. Человек. Ано ката ва доната доска. Кто тот человек? Тот вдали имеется в виду. Гаккоу. Гаккоу. Школа. Юмэй на гаккоу. Известная школа. Кадо. Угол. Кадо о магару. Магару. Повернуть за угол. Кадо о магару. Канай. Жена. То есть имеется в виду своя жена. Допустим, мужчина говорит канай. Это имеется в виду, понятно то, что это жена именно того, кто это говорит. То есть моя жена, если я говорю это. Кабан. Сумка. Кабан. Кабин. Ваза. Кабин. Кирейна. Кабин. Красивая ваза. Кабуру. Одевать. Имейте в виду головной упор. Бошио. Кабуру. Надевать шляпу. И все другое. Ками. Бумага. Ками. Кайоби. Кайоби. Вторник. Карай. Острый. Рамен ва карайдес. Рамен. Острый. Рамен ва карайдес. Рамен острый. Карада. Тело. Карада. Карадага. Скарата. Мое тело устало. Кариру. Одолжите. Каримас. Кариру. Одолжите. Можно любое слово, допустим, хон о каримас. Оно хону кариру. Одолжить, допустим, книгу. Каруй. Легкий. Багва каруй. Сумка легкая. Багва каруй. Кава. Рика. Кава. Этот термин еще очень часто используется в именах и фамилиях. Допустим, Хиракава и так далее. И Гава имеется в виду сторона. При этом чаще используется либо левая, либо правая сторона. Хидари Гава. Левая сторона. Миди Гава. Правая сторона. И так далее. Это то, что многим начинается знакомо. Каваи. Приводится тут милый. Каваи. Канджи. Или просто иероглиф. Канджи. Ки. Дерево. Дерево. Киерой. Желтый. Киерой. Желтый. Киеру. Исчезнуть. Киеру. Можно сказать. Указать. Киеро. Исчезнуть. Чаще всего это в аниме бывает. Или в манге.
Кико слушать. Кимас. Кико слушать. Кита север. Кита север. Китанай грязный. Китанай. Щацва китанай. Рубашка грязная. Грязная рубашка. Киссатен. Кафе, ну или как кофейня, такое небольшое заведение, имеется в виду. Иссатен. Чаще всего там нет прям таких тяжелых блюд. Ну как, прям ланч. Китте, почтовая марка. Китте, почтовая марка. Киппу, билет. Киппу, каймас. Купить билеты. Кино, вчера. Кино. Кью, 9. Кью. Гюнику, говядина. Гюнику. Гюнику, да, скидес. Я люблю говядину. Это многие любят говядину. Гюню, молоко. Гюню. Вот, конечно, тоже используется мирку, то есть английского мирку. Но гюню тоже используется. Гюню, ному. Пить молоко. Кё, сегодня. Кё ва кайобидес. Сегодня вторник. Киошицу. Классная лекционная комната. Киошицу. Киодай. Братья и сестры. Имеется в виду, это могут быть такие два брата, такие две сестры, такие брат с сестрой. Киодай. Кионен. Прошлый год. Кионен. Кирай. Ненавидеть. Кирай. Кумуга кирайдес. Я ненавижу пауков. Кумуга кирай. Ну, чаще всего это не очень обосновано, если вы не в Австралии, потому что пауки, они чаще всего не безобидны на людей. Ну, если вы не в Австралии, они нерисованы очень. Киру – резать. Суйкао – киримас. Буду нарезать арбуз. Суйкао – киримас. Киру – одевать. Киру – имеется в виду чаще верхняя одежда, куртку там, не знаю, болт и так далее. Кото – кимас. Одевать пальто. Кото кимас. Одевать пальто. Туру приходить. Карава туру. Карава туру. Карава кимас. Он придет. Кирей. Кирейна. Красивый. Чистый. Вы можете использовать, допустим, про комнату, говоря, что она красивая и просто чистая. Хаева кирей. Красивая комната. Гинкоу. Гинкоу банк. Гинкова Санджимадедес, банда трех. Ну, это большая боль тех, кто находится в Японии, потому что банки работают только на трех. И это очень напрягает. Киньоби, пятница. Киньоби, пятница. Кусори, лекарство. Кусорио, каймашта. Купил лекарство. Кусорио, каймашта. Кудамоно, фрукт. Кудамоно, фрукт. Кучи, кучи. Рот. Ключ. Тутсу. Обувь. Тутсу. Обувь. Тутсу счета. Носки. Тутсу счета. Носки. Куни. Страна. Подошло куни. Моя страна. Кумори. Облачно. Кумори. Турай. Темно. Турай. Вот, можно сказать, если вы в комнату заходите. Хаева, турай. А комната темная. Гурай, примерно. Санин гурай, примерно три человека, примерно трое. Можно сказать также санджи гурай, примерно в три часа. Турума, машина. Турума, машина. Турой, рой, черный, турой. Кеса, сегодня утром. Кеса, сегодня утром. Кеко, достаточно ли хорошо? Если вас спрашивают, нужен ли вам пакет? Вы говорите, кетко дес, нет, не нужно, типа, все хорошо, кетко. Или, допустим, вы, допустим, едите какую-нибудь еду, и вам говорят, хотите еще, вы говорите, кетко, типа, спасибо, мне достаточно. Кеткон, свадьба, кеткон. Гециоби, понедельник, гециоби. Генкан, входная дверь, генкан, входная дверь. Генки, здоровый, полный энергии. Генки. Ну и чаще используется в выражении «как дела?». О, генки доска. «Как дела?» имеется в виду, как ваша энергия. Допустим, что-то «го». Это переводится как «язык».
Например, говори название страны, например, Россия, Россия. Россия, да, будет русский. Если это будет Белоруссия, Белоруссия, да. Казахстан, 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 да, Казахстан. И так далее. Можно перед этим сказать название страны на японском. Коуэн, парк. Коуэн. Тобан, полицейский участок. Тобан. Тое, голос. Тое, голос. Тото, здесь. Тото. Долго, долго, после обеда. Долго, после обеда. Гошюджин, гошюджин. Чей это муж? Не, он, допустим, обращается к какой-то женщине, и вы спрашиваете про его мужа. Вы можете использовать гошюджин, ваш муж. Дозен, до полудня. Дозен, до полудня. Тотайро, отвечать. Тотайро, отвечать. Вчера. Если это в эту сторону или этот более вежливый. Вчера. Он используется при указании направления, например, вчера я доза, допустим, в эту сторону, пожалуйста. Или вчера, но кота, этот человек, когда указывается на что-то прямо рядом с вами. Тотащи, этот год, тотащи. Котоба, слова, котоба. Кодомо, ребенок, кодомо. Коно, этот, конопен, это ручка. И всем большое спасибо, друзья.